Казахстанская группа The Jigits принимает заслуженные подарки. И вот на днях неожиданным сюрпризом для коллектива оказалась песня. Пусть не новая, а вполне даже раритетная, но все-таки приятно. Столь щедрым деятелем оказался российский композитор и певец Аркадий Укупник. Как, зачем и почему, наверняка подумалось тебе. Однако обо всем по порядку. Еще весной этого года у себя на родине Аркадий Укупник давал юбилейный концерт, в программе которого значился наш отечественный коллектив под названием The Jigits. Как и полагается, Равиль Исаков, Алишер Егембердеев и Батыржан Тазабеков исполнили одну из песен юбиляра, которая, кстати, называется «Туман». Мое окно пролился странный свет, как будто кто-то краски все смешал. Мне показалось, что весь мир в туман одет. Как выяснилось, позже песню в новой аранжировке композитор услышал впервые. Ну и, видимо, настолько удачно ребята ее исполнили, что он решил таки подарить ее нашим соотечественникам. Отметим, группа The Jigits образовалась после участия в проекте «Фабрика звезд», ну а получила популярность после того, как выступила на музыкальном конкурсе «Новая волна 2012», где, кстати, заняла 4-е место. Сегодня в видеотеке коллектива значится пока лишь один единственный клип на песню «Кундирай». Кстати, появился он совсем недавно. Также стоит добавить, что основателями и продюсерами группы являются участники группы А-Студио — Байгали Серкебаев и казахстанский композитор Ринат Гайсин.